Здорово всем, дорогие друзья, еще с наступающим Новым годом всех. Ну, поздравляю, у меня уже было видео на эту тему, но сегодня я решил снять обзор на мой, ну, так сказать, новогодний стол. У меня часто спрашивают, что ты ешь каждый день. Но мне настолько стыдно вот все это снимать, учитывая, что я нигде не работаю, и мой, ну, рацион ежедневный, как правило, состоит из различных там самых дешевых продуктов, с говна какого-то. Но сегодня, ну, Новый год, и я, ну, решил побаловать себя, можно сказать, в какой-то, ну, мере, ну, праздничными, ну, продуктами. Я сходил вот сейчас в магазин и хочу показать вам, что же я накупил. В общем, весь, ну, пакет выглядит вот так, ну, примерно. И, ну, я буду, ну, показывать вам, вот, ну, каждый продукт. Ну, и если хотите, могу назвать, что, сколько стоит, вот, что, сколько стоит. В общем, начнем. Ну, то есть, даже этот, ну, праздничный для меня, можно сказать, набор продуктов, для обычного человека вряд ли можно назвать праздничным. Ну, то есть, некоторые едят, ну, такое каждый день, но я, опять же, нищий, нигде не работаю, могу себе, ну, позволить, ну, такое, но, ну, только там на очень большие праздники, там, ну, раз в год, может, даже еще реже. В общем, дорогие друзья, вот такое, ну, печенье с начинкой называется день-ночь. Ну, наверное, и в России, ну, такое есть, учитывая, что я живу в Украине, у нас оно есть. Не знаю, есть оно где-то еще. В общем, три упаковки. Одна упаковка стоит 17 гривен, вот. Ну, то есть, в одной упаковке 200 с чем-то грамм. Ну, в общем, 600 грамм такого печенья. Оно охуенно, оно мне очень нравится. И оно, ну, я его пью там с чаем, бля. И многие, наверное, скажут, бля, да это же дохуя, как ты его все съешь. Ну, я очень много жру, как правило, и это у меня там буквально на час максимум. Дальше, дорогие друзья, две бутылки, ну, кефира была такого. Здесь, ну, почти литр, где-то 30 грамм. Одна бутылка стоит 26 гривен, если я не ошибаюсь. То есть в рублях, вот, три упаковки, ну, печенья стоили, бля, где-то 120-130 рублей. Две бутылки стоят, вот считайте, 26 гривен. В рублях это где-то 70 рублей. Ну да. А, не, ну какие 70 рублей, бля. Две бутылки по 26, это 130 рублей. Где-то так. Ну, хуй знает, ну, примерно так. Дальше, дорогие друзья, я очень люблю сладкое, но поэтому взял вот такие шоколадки, они охуенные. Я очень люблю есть сладкое и взял их 4 штуки целые. Они были по акции, это все стоило, одна шоколадка 16 гривен. То есть все вот эти 4 стоили где-то, ну, 50, ой, бля, 60 гривен, в рублях это где-то 160, бля, 140-150, где-то так вот, дорогие друзья. Ну, они очень вкусные, они с начинкой, они с печеньем вот шоколадным, там, со всей этой хуйней. Дальше, дорогие друзья. Ну, естественно, обычная, там, не сладкая, вот, вот такая, ну, качалка, ну, колбасы. Ну, колбаса с сыром. Стоит эта колбаса где-то 100... Бля, ну как же он почти... Ну, короче, где-то 160-170, может даже 180 рублей. Ну, то есть, я ее взял по акции. Дальше, вот такой, ну, кетчуп. Обычный, чили, ну, короче, обычный чили. И, ну, конечно же, хлеб. Черный хлеб. В общем, сейчас я вам покажу, как это все выглядит все вместе, учитывая, вот это мой, кстати, импровизированный штатив. Так, вот, смотрите. Колбаса, короче. Кетчуп. Это, ну, пакет, который, кстати, стоит, ну, тоже недешево. Я его впервые взял там за полгода и охуел. Короче, этот пакет стоит
10 рублей. Хотя он, возможно, и всегда так стоил. Вот, смотрите, короче, вот... Ой, блядь, мышка упала. В общем, вот так все выглядит. Это мой новый канал. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Раньше назывался Дневник Хикана, сейчас называется Хикан, ну просто. Вот мой новогодний стол на фоне, ну, компьютера. Ну, то есть на том месте, где я провожу время, ну, постоянно, в общем. Дневник Хикана, новогодний стол. Он, кстати, он тоже будет здесь находиться. Я всегда ем за компом. Ну, клавиатура, кстати, вот такая вся там, бля... грязи, это ну пиздец, конечно. Ну, учитывая, что мне лень ее чистить, там, вот эти кнопки можно достать, ну, почистить. Ну, мне лень это все делать, ну, поэтому я не буду этого делать, дорогие друзья. В общем, вот был обзор моего новогоднего стола. Напишите в комментариях, что вы будете жрать. Ну, то есть, у меня не будет ни оливье, там, ни вот этих стандартных блюд, учитывая, что я живу сам. Я, естественно, это готовить не буду, оно мне нахуй не нужно. У меня будет вот такой новогодний стол импровизированный. Если вам понравилось, ставьте палец вверх. Ну, подписывайтесь на канал. Вот, дневник. Ой, бля, уже не дневник. Хикан. Я уже, ну, подписался со своего второго аккаунта. И вы сделаете... Ну, то же самое. В общем, всех еще раз с наступающим Новым годом. Там, желаю вам всего хорошего. О чем мечтает каждый хикан? В первую очередь, найти тян, заработать дохуя денег. И не ходить на работу, а, не знаю, открыть там что-то свое, чтобы не видеть социо, не общаться с людьми. Ну, по крайней мере, я мечтаю о такой жизни. Вот. В общем, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Бля, и до встречи в Новом году. И в новых видео.